Уважаемые слушатели, мне очень приятно видеть вас здесь, потому что не так часто сейчас на классическую музыку заполняются залы. Это невероятно приятно, поскольку интерес к этому не остывает. Но сегодня у нас особый концерт, особое выступление с особой музыкой. Но сначала, как знаете, сейчас современные балалайшники современной музыкой, у нас будет некий разогрев. А поскольку все-таки это консерватория и классическая музыка, для разогрева у нас будет Иоганн Себастьян Бах. И не просто так, а ария с вариациями в итальянском стиле ля минор. В чем дело? Это произведение было написано не для рояля, естественно. Это был клавирные концерты. И история его появления достаточно забавна. Дело в том, что в этот момент Бах был участником студенческого музыкального такого общества, в которое очень следило за всякими новыми событиями в музыке. А музыка тогда развивалась крайне интенсивно. И было много гастролирующих музыкантов, и в том числе приехал знаменитый Луи Маршан, клавесинист, который был очень известен в мире. Ну, естественно, по молодости, естественно, для среди студентов вполне нормальным считалось устроить соревнование среди лучшего студента, а им был Бах, и вот этим самым Луи Маршаном. Ну, как понимаете, забились об заклад очень многие, было назначено время, ну и, как положено, французскому музыканту Луи Маршан ночью сбежал. Это понятно. Но Бах вдохновился, потому что действительно и сочинения, которые исполнял Маршан, не только должен был на соревновании, они были очень интересны. То есть его мозг работал так, что не использовать новые гармонические ряды, которые он услышал в исполнении Луи Маршана, он не мог. И отсюда появились клавирные концерты. И среди них один из наиболее интересных – это как раз в итальянском стиле ля минор, который мы сейчас услышим в исполнении Кирилла Прокопова. Прошу внимания.